Всем огромный привет! Я пришла в магазин Fix Price. Здесь выставили товары к Хэллоуину. Находимся по адресу Екатеринбург, Уральская, 59. Я знаю, что многих интересует декор, поэтому мы начнем с тыковок. Есть вот такие тыковки. Белые, оранжевые. Цена 149 рублей. Они сделаны из ниточек и внутри наполнитель. Мягкие. Мини-подушечка. А белую покажи. Тыковки одного размера. Я думаю, если у вас есть время, то можно сделать самим. Шкатулка-тыковка сделана из керамики и сверху стальной декор. Можно подвесить крючок. Маленькая. В продаже есть оранжевый цвет и белый. Декор отличается. Прелестные свечи-тыковки. Они очень маленькие. Я думаю, будут гореть не более 7 часов. Цена 59 рублей. Два цвета. Пластиковая тарелка-паучок с блесками. Цена 99 рублей. На выбор фиолетовый и черный цвет. Декорация паучок. Именно сейчас расправила ножки. И видно, что он большой, мне кажется, длина примерно 1 метр. Цена 199 рублей. Но повсюду следы клея. Переверни. Здесь особенно заметно. Но выбрать можно. Есть хорошенькие. Фиолетовый цвет и красный. А, вижу еще зеленый. Подвесная декорация скелет. В этом году поскромничали, привезли только один вариант. По-моему, в прошлом были еще ведьмочки. Длина 77 сантиметров. Цена 199 рублей. Паучки, пластик, ПВХ-материал. Они в темноте светятся. В наборе 12 штучек. Стоит 59 рублей. Волшебная светящаяся палочка, в данном случае тыковка, светится и крутится что-то внутри. 149 рублей. Можно повесить на шею. Веревочку покажи, длинная. Единственный минус — какой-то звук, мне кажется, сильнее, чем у других. А может быть, так и задумано. Еще быстрее крутится и ярче. Ну, из-за того, что белое покрытие. Игрушка антистресс-паучок, цена 59 рублей. В Галамарте брали обычный шарик. Много-много раз мяли, и в итоге шарики выскочили. Все рассыпались по квартире. Ну, сколько она нам прослужила? Примерно 3-4 месяца, да? Удовольствие. Залипательная вещь. Ободок с тыковками, цена 79 рублей. Выглядят они не очень грозно. Можно сказать, что мило улыбаются. Летучие мыши и черный цвет. Это что у нас? Кошки, да? Черная кошка. Но ободок точно детский, потому что маленький. Я думаю, взрослым не будет комфортно с таким. Карнавальные ободки, они намного больше размером. Цена 79 рублей. Со шляпкой неплохая. Карнавальная заколка с длинными волосами. Цена 55 рублей. Посмотрите, какая хорошенькая кошечка. Обычно у нас крепление железное. Самое простое. Мы брали такие зеленые, синие. Удобно, не слетают и выглядит интересно. Маска называется «Жуть». Мне кажется, самая обычная маска для других мероприятий, праздников подойдет. Цена 79 рублей на резинке. Резинка приклеена, посмотри. Да, вот так приклеена, но вроде надежно. На выбор два варианта. Наклейки на лицо, я думаю, первую наклейку и вторую можно использовать на другие праздники. Например, на Новый год кошечка. Цена 55 рублей. Карнавальные очки, сразу видно, что они детские, очень маленькие. Цена 55 рублей. Оправа крошечная. Более симпатичная тыковка и кошечка. Карнавальные чулки в этом году привезли плотные, 60 ден. Цена 99 рублей. Белые с летучими мышами. И здесь черные и белые. Другие варианты тоже есть. Много. Подвесная декорация скелеты. В комплекте джутовая веревка. Длина 120 сантиметров. 99 рублей. Неизменный товар. Мне кажется, я последние 5 лет постоянно эти скелетики снимаю. Каждый год. Переводные тату золотистые, серебристые. Цена 55 рублей. Более экстремальные переводные тату. Цена 16,50. Обычные наклейки все крупные. Цена 55. Хотя нет, необычные. Смотрите, у тыковки глаза выпуклые. У всех глаза выпуклые. Маска череп блестит, переливается. Перламутровый перелив. Цена 149 рублей. Со шторкой. На выбор три цвета. Эта маска меньше, более крупная. Разрез отличается больше.
и желтенькая. Для синего декора взяли маленькую сычу-тыковку, 59 рублей. Бумажные тарелки 8 штучек с милым рисунком на детские праздники, такие покупаются, на 79 рублей. И салфетки 18 штук, аналогичная цена. А, стаканчики. Стаканы, скорее всего, да, тоже 79. Фикс-прайс снова купаются в пластике. Все возможные контейнеры, большие, маленькие, тазики, корзинки. Все, что хотите, все найдете. Косметический контейнер, такой можно взять для поездки, он изготовлен из пластика, цена 79 рублей. Тоник налить или крем. Может быть, кто-то сам делает косметику. Стеклянный бокал 180 мл, Россия производит, цена 99 рублей. Складной керамический нож, если раскрыть, 19 см, цена 99 рублей. На Слимова 50, других магазинах не видела. И смотрите, какая маленькая шумовка. Нержавеющая сталь, металл тонкий, цена 59 рублей.